O informație foarte importantă, ultima pe care o comunic organelor de urmărire penală din Republica Moldova. În special o fac celor care, într-adevăr, vor să-l găsească pe Plăhotniuc. На данном этапе я проверяю информацию, подчеркиваю, проверяю информацию о возможном местонахождении Плохотнюка на Кипре. Значит, у Плохотнюка был билет по маршруту Истамбул-Кипр. Был он в этом самолете или не был, я сейчас этим занимаюсь. Если я узнаю, я обязательно вас об этом проинформирую. Но чтобы потом они опять говорили, что вот, а мы искали в Турции, вот оказывается, вот он куда-то там переехал там за последний. То есть, еще раз, информация не подтверждена о том, что он, то есть, есть информация о том, что он покупал билет в сторону Кипра, но находился он в самолете или нет, у меня пока эту информацию не получилось проверить, потому что Плохотнюк мог купить билеты и в 10 направлениях для того, чтобы сбить с толку следствие. Мы его все равно найдем, и все равно он ответит по закону. А всяким пашим пылесосам либо предлагаю заняться работой, а не только слежкой за оппозиционными политиками, не заниматься тем, что отправлять мне своих там мошенников и подельников там комиссаром Бельц, и других негодяев, которых вы, к сожалению, трудоустраивали и трудоустраиваете.